Ребята, всем привет! Сегодня я буду ловить щуку на незнакомом пруду деревенском. Вот. Ну а что у меня из этого получится? Посмотрим далее. Итак, погнали! Опа! Что-то присело. Офигеть. Вот это была дура. Оторвала поводок вместе с телспиннером. Я спокоен. Охренеть. Я в шоке. Что-то было очень крупное. На незнакомом пруду всегда ловить сложно. Может, не всегда, но довольно-таки часто. Новое место, непонятно, где стоит рыба. Это всегда поиск, подбор приманок. Что здесь предпочитает щука, неизвестно. И часто на это уходит очень много времени. Опа! Есть! Белое. Интересно. Заглотила поппер практически полностью. То есть воблер. Вообще без... Не пятнистая какая-то щука. Вот такая щучка. Приятненькая. Взяла на Орбит 110 копию от Баркинга. Вот удача. Ага. На Орбит. Ага. Ё-моё, что такое, кто-то сильный. Это здесь в этом пруду странная щука. Знаете, вообще без полосок, пятен. Вся ровненькая. У
очень странный пруд. Все утро кидал, перекидал всю коробку приманок. Ни одной поклевки не было. Сейчас уже 11 часов, 12 час. Начался клев. Ветер сегодня прям капитальный. Что самое интересное, как только ветер начался, начался и клев. Вообще этот пруд, конечно, очень странный. Очень я его не понимаю. Он очень мелкий. Везде. Самая большая глубина около метра. Это здесь на дамбе. Хвост вообще сантиметров 15 глубиной. Оплыл его туда-сюда. С утра вообще клёва никакого не было. Случайно поймал одного окуня. Вот. И только в 11 часов начались поклевки. Пруд, конечно, мне не знакомый. Возможно, я просто щуку сразу не нашел. Не знаю. Но перекидал я все свои приманки. Ни одного удара. Я уже очень сильно расстроился. И тут на тебя поперло. Да, орбит с трудом проходит, за дно цепляется. Очень долго я щуку раскачивал, пока все-таки не начал ловить. Но в этом-то и заключается мастерство спиннингиста, чтобы ловить везде, не только в проверенных местах, а также и незнакомых. Сегодня пришлось проплыть весь пруд от дамбы до хвоста и в обратном направлении. Пока нашел щуку. Поставил орбит 80-й. Ну, это опять-таки копия от Bear King. Копия очень качественная. Много очень рыбы переловил. Вот такого. В общем-то, самый большой свой трофей как раз взял на орбит 80 от Bear King. Но не крупная. Орбит 80 теперь. Такая небольшая. Я, кстати, понял, почему она здесь такая светлая, без пятен, практически здесь нет травы, ей прятаться негде, поэтому у нее такой раскрас. Все. Thank you.